Арбины, мои дорогие орлы, всем привет. Идем в логово эдемщиков. Самое время. Поставьте палец вверх, если вам нравится то, что сейчас происходит. Если вы рады, что наконец-то логово эдемщиков. Наконец-то мы идем. Надеюсь, маска нас пустит. Масочник чертов. Да, Библия Эдема. Видимо, это пропуск. Я знаю, что вот этого парня в напарнике можно взять. Знаете, откуда я это знаю? Менюшка проспойлерила. Ладно. Окей. Пламя Эдема. Следуйте за судьей. Ну, судья. Пошли. Вообще, игра очень классная. То есть, что ни говоря, очень все симпатично. И да, делитесь видео с друзьями ВКонтакте, если вы не против, мне будет приятно. Я не безбожник. Какая свинья крутая. Ты, я не пойму, на ней свитер? Я пламя зажег. По-моему, вот эта штука и так горела. Черт, а этот, вот этот дом похож на то, что мы видели в самом начале 5-го Far Cry, или мне кажется. Что-то похоже, похоже. Ландшафт другой, но само устройство локации что-то общее есть. И по расположению угадывается. Ну. Пойдите в церковь. Такого я ожидал. Хотя, думаю, это взаимно. Если тебе нужен старик... Что ж... Книга у тебя? Знаешь, что это? Слово Иосифа. Его учение, наставление, мудрость. И безумие. Если вы признаете, что он безумен, да? Я искал эту книгу повсюду. Иосиф говорил, что тот, кто ее найдет, избран Богом и будет править Эдемом. И ты вернул ее нам. А должен был я. Ко мне они обратились, когда он ушел на север. Я тот, кто сохранил эту семью. Меня выбрали лидером. Я защищал их от саранчи и змей. Я сделал так, что мы остались целы и невредимы. Не, старик! Я! Гребаный психопат. Мой отец хотел создать рай, но когда стало сложно, он сбежал. Ты пришел искать его помощи. Но Иосифа больше нет. Никто не признает этого, но он мертв. Семья по-прежнему верит в него и будет продолжать верить, пока не поймет, что он не был мессией. Он был человеком. Помоги мне. Докажи людям, что он мертв, и я помогу вам. Но ты не пройдешь на север через Новый Эдем, пока не докажешь, что достоин. Зажги пламя Эдема. Люди узнают метку. Они отведут тебя. Новый персонаж. Ты готова? Мне кажется, вот этот парень со мной теперь пойдет. Посмотри, у него маска секозная. Прям Марк Майерс 21 века. Иосиф пытался спасти людей, как ты. А, то есть вы сравниваете меня с безумцем, психопатом, религиозным сектантом. Мне нравится такое сравнение. Не знаю почему, но я чувствую некую гордость после этого. Поговорите с жителем Нового Эдема. Помните, Иосиф же строил Новый Эдем? Вот, построил. А я знаю, что вот это я возьму как себе. Итан отмечает тех, кто хочет возжечь пламя Нового Эдема. Новый Эдем, ура! Погасили бандиты, захватившие нашу землю. Оно горело у подножия статуи Иосифа. Ее взорвали много лет назад. Там, да, это я помню. Там есть отряд верных. Они помогут. Отсылки, отсылки.
Теперь там горит пламя. Покиньте убежище. Ну давай, я пошел. Черт возьми, а интересная миссия. Почему вот какие-то чисто сюжетные моменты Ubisoft удались? Вообще, Ubisoft странные ребята. Вот у них какие-то моменты в Far Cry в новом удаются на 10 из 10. Просто потрясающе. Например, вот новая ДМ тут очень классно. А есть миссии, которые просто говно. Просто вот невозможно плохо сделаны. Например, побег Раша, это такое просто, о, помните, вот мы сбегали там врагов. Некоторые моменты я не могу, они настолько, ну, откровенно плохи. Так, а здесь была статуя? Ну, так сразу как бы и не скажешь, вроде так все и было. Встретиться с верными, и мы получим некий лук в награду. Лучше бы лук для Инстаграма. Я думаю, пора взять даренного коня. Тут еще такой секси-мобиль один есть. Давайте я вам сейчас его покажу. Черт, я хочу, чтобы вы это видели. Вот это я хочу, его двухместный, а то и кровавый дракон. Он супер крут. Но стоит дорого. Я за реальный день, конечно, его покупать не буду. Я же не больной. Но в игре мы его откроем явно не через 5 минут. То есть не скоро. Ну, поехали. Так, наверное, я зря решил ехать по лесу на машине. Надо было взять багги или еще какую-нибудь фигню, которая по лесам умеет ездить. Твою мать! Ничего, и к тому же в этой машине вообще ничего нет. Давай дрифтуем, дрифтуем как по льду. Как тот таксист, который меня до подъезда вез. И по льду дрифтовал. Это было супер красиво. Это просто был русский форсаж, ребята. Дрифт нищим на какой-то старой ладе 2000-х годов. Ну, это было красиво, знаете, это было странно, но так, все, я задолбался на этой машине ездить. Пешком пойду. Понимаете, транспорт это зло. Смотрите блог Ильи Варламова. Я знаю, многие не любят его из-за политических взглядов, но тем не менее, Илья Варламов вообще молодец. Я согласен с ним, что город и вообще жизнь без автомобиля это кайф. Потому что дорого, неудобно возить с этой машиной, блин. Мне с компом хватает возить, еще с машиной возить, это ад. Еще дорого всякие страховки платить. Я не знаю, кому нужна машина. Видимо, очень богатым людям. Не, на самом деле, я знаю, просто тут мне не нужна. У меня не было, наверное, в жизни была 1-2 ситуации, где машина бы пригодилась своя собственная. Все остальное время она пылилась. Встретиться с верными. Ну, почти там, почти встретились. Ребят, вы любите машину? Вообще, хотели бы себе машину? Я нет, я никогда машину не буду покупать. Такси, нанять, это мое. Водить самому. Так, дождитесь. А чего ждать? Ух ты, твою мать, вы телепортировались из Нарнии. Что готовится, готовь. Пытались зажечь пламя Эдема, но не справились. Были лохи, я молодец. Множество рейдеров, и они безжалостны. Ой, да ладно. Их больше, и они хорошо вооружены. Мы должны полагаться на скрытность и уловки. Вот оружие, подходящее для этого священного задания. Прошу, используй его. То есть, я уверен, что ребята из нового... Следуй за мной. Ребята из нового Эдема не пользуются оружием исключительно... Надеюсь, исключительно... я не умру и узнаю, что из этого выйдет. Эдемцы быстрые и ловкие, и к тому же очень выносливые. Да, круто. Стероидов наелись. Стероидов наелись. Мало верных погибло в попытках вновь разжечь пламя. Не сомневаюсь. Сейчас я покажу вам, как надо разжигать пламя любви. Я полез на гору. Приветствуйте меня. Так вот, мне кажется, они дали им луки, а не обычное оружие, просто чтобы они отличались. Просто чтобы были такие масштабные различия. О, они услышали мою пилу. Меня увидели! Кто виноват в том, что тебя увидели? Явно не я. Хотя, кто увидел, это вопрос. Все же мертвы. Ну, пока вроде ничего сложного. Серьезно, это от статуи что-то осталось? Теперь здесь должно гореть пламя, а где оно будет гореть? Посмотрим. Хить. В зоне поисков. Ага, видимо, нам нужно внутрь. А каркаса вроде не было в Far Cry 5, хотя хрен его знает. Минус 3 разом. Обожаю пилу. Ребят, другое оружие просто не нужно. То есть никто не будет говорить, что с этой пилой. Я просто же заранее все это записываю. Я надеюсь, никто не будет говорить, что ты с этой пилой носишься. Так она лучшая. На случай, если ты забыл, сестра, отец сложил костер, и Господь разжег пламя. Ну, я очень рад за отца и за Господа нашего, но тем не менее. Давайте нырнем, посмотрим, что тут. Хотя у нас другое задание — охранять область вокруг статуи, так что...
Я не совсем уверен, как мне себя вести. А может, нужно опорожнить пещеру от воды? Нет, походу, все правильно. Охранять. Что, рейдер, да? Давайте испытаем мое новое оружие. Ну как, оно уже не новое, оно постреленное. Тем не менее. Так, кто еще? Кто откуда идет? Просто хедшотом. Получай, тварь. Получишь очко навыков 4. За что? А что я сделал? То, что от бедра стрелял? Наверное. Не, ничего не. Раньше меня бесило, что я родилась в новом мире, и мне не с чем было его сравнить. Но чем больше я думаю об этом, тем меньше парюсь. У людей, которые знают... Понятно, просто не парься. Ключевое, ключевая идея, не парься. Это еще не все. Я не грешник. Мы можем вести тебя дальше. Спуститься в пещеру и зажечь огонь ты должен сам. Они затопили помещение и закрыли трубы. В этих трубах блажь, которая питает священное пламя. Откачай воду, а затем уничтожь трубы. Так ты выпустишь блажь. Подожги ее, чтобы праведная блажь раскалилась вновь. Те наркотики? Должен, черт. Тебя. Да я догадываюсь. Мы надеемся на тебя. Хватит обзывать меня. Жива. Я не грешник, я нормальный. Так, войдите в пещеру. Я готов. Пещера моя специализация. Да. Твою мать. Тут же была вода. Куда вы воду дели? Хорошо, не буду. А куда? Вот куда они воду дел? Откачать. А как ее откачивать? В зоне поисков. Ну вот вроде трубы. Наверное, надо плыть под, вдоль труб. Все-таки у меня вопрос, почему была вода, а теперь ее откачали? Па-па-па-па. Я плавучий мустанг. Так, что-то пошло не так, я задыхаюсь. А пройти вперед нельзя. Ос! Так, так, да, 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 да. Так, и... Как воду откачать? Я знаю, на что я потрачусь. На новые легкие. Прокачать их больше. Давайте еще прокачаем. У меня теперь будут супер легкие. А сколько вообще качать-то можно? То есть, понимаете, тут прокачка как бы вроде никак не ограничена. Хотя да, учитывая количество очков опыта, которые тебе дают, в этом есть логика, потому что иначе... Ну, иначе было бы просто тупо, что ты получаешь кучу очков, качаться не можешь. Ну, наверное, надо другую пещеру попробовать. А вот оно что. Вот где-то засранка прячется. Ну, давай, крутанись. Я молодец? Я молодец или не молодец? Ой, я молодец, видите? Труба... Бум! Минус труба с блажью. Я почему-то думаю, что нам надо туда. Понимаете, проход просто так не запит. Вообще очень классно сейчас. Вот я сижу, играю с утра, прям Far Cry мне заходит. Давно я так не развлекался. Тут и метро новое еще выходит. Я в него еще не играл на момент записи этого видео. Для меня метро это, ну, лишь ожидаемая игра. Я еще... Так, быстрее вылезай отсюда! Пока блажью не заразились. Ой. Так, мы пока в порядке. Осталось последнее. Вот вы что больше ждали? Far Cry или метро? Потому что я не знаю. Я как-то и то, и то. Но меня немного бесит фанбойство вокруг метро. Просто я не люблю фанбоев. Я, в принципе, против такого безумного фанбойства, когда люди ссут кипятком, что «А, метро, господи!» Бесит очень сильно. Я люблю метро, но бесит. Я сам прошел и первое, и второе метро. Проходил несколько раз. Проходил все вот эти ремастеры дышины, которые выходили. То есть я не то, чтобы там не люблю метро, мне что-то не нравится. Нет, мне все нравится. Мне не нравится отношение людей. Когда люди ссут кипятком на игру, это просто это ненормально. Это... Я считаю, это ничем не отличается от религиозного культа, знаете, когда вот люди там дико верят во что-то и рассказывают тебе, что вот, вот ты должен делать вот именно так, иначе ты не познаешь что-то в своей жизни. То есть я как-то так на это смотрю. Как бы это не очень здорово. Я примерно так же смотрю на метро, как на, знаешь, на неких культистов. То есть люди, которые прям ждут метро и сутки битком, я отношусь к ним как к неким таким, ну, культистам. Ну? Я это сделал? Давайте ускорим процесс. Ты
производства. Эй, Кармина, уйди оттуда! Там пожар! Там все горит! Нет, она умерла! Чувак, давай поговорим. Ну я не могу помочь, там адское пламя. Сатана. Прости, Кармина, я не могу помочь, там пламя Иосифа Сида. Да, я знаю. А может и нет. Отец решит, как называть тебя. Даже Итан не смог этого сделать. Думаю, именно ты воплотишь пророчество Иосифа в жизнь. Ступай к Итану, он расскажет, что делать дальше. Но иди, знай, что ты дал нам надежду. Конечно, новый, ребят. Итан будет ликовать. Да, я поздравляю вас, я тоже буду ликовать. Помоги мне! Чувак, заткнись, все нормально. О, уже как гости дорогого встречают, ворота открывают. Вот это мне нравится. Неверующий живет во грехе. Неверующий не знает наши обычаи. Неверующий! Зажег наше священное пламя. Вот главное. Нужен Иосиф, он очищает от греха. Отец отпустит грехи. Отправь грешника на север. Итак, новый Эдем. Вы прислушались к себе и считаете, что грешник должен идти искать отца? Да, папу. Безусловно. Отец добр к грешникам. Все-таки мы все его дети. Готовьтесь к причастию. Да, Итан, причастие. Причастие. Нужно причастие. Напоите его. Отец ведет нас даже сейчас. Напоите его, прошу. Мы отправим меня. Грешника на север. Он вернет нам отца! Славься, Иосиф! Аминь! 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 Так ты сможешь перейти границу и выжить. Антирад, да? Тебе нужно доказать, что он мертв. И они наконец поймут, что я их пророк. А я помогу тебе. Если он жив и придет. Чувак, если он жив, я его приведу. Все обосрались. Отчасти. Это глюки, конечно. Сейчас я просыпаюсь, а трусы с меня сняли, а к писюну грузик привязали. Иди с Итаном. Итан, привет, как дела? Все, идем на охоту, парень. В поисках отца я ушла из церкви, а когда вернулась, нашла лишь руины. Но я знаю, что ваша семья жива. Если вы читаете это, знаете, я ушла на юг, чтобы найти папу. Так, записка от Верну. Все изменилось так быстро. Мир, наш отец, путь, который он нам уготовил. Помню, ничего не поменялось, как будто так осталось. У Иосифа есть святилище на севере. Ритуал требует, чтобы по пути ты зажигал огни. Вряд ли старик еще жив и увидит их. Но если ты не зажжешь огни, тебе конец. Север может погубить тебя, несмотря на причастие. Эта лодка и огонь — единственный способ безопасно и быстро добраться до цели. Отходи от них только в самом крайнем случае. Там лежит лук. Используй огненные стрелы. Найди доказательства смерти отца, и тебя запомнят как друга пророка. Я позабочусь об этом. Бацка. Иди. Благословляю тебя. Да, спасибо тебе, друг мой, спасибо. SPS, my friend. I love you. Так, нужно обязательно лук взять. Так, какое оружие я готов выкинуть? Ну, наверное, РПГ мне сейчас не надо. Аптечка тоже не надо. Ну, давай. С луком мы еще не играли. Вообще, мне кажется, все-таки Ubisoft немножко деградировала в плане геймплея в своих играх. То есть, ничего нового как бы не придумали. Не, в Ассасине там хоть способности какие-то, в Far Cry, ну, вот как оно было, так и остается. То есть вы же видите, что ну ничего нового нет. Вот луки, вот эти пилы, по-моему, тоже были. Ну, усовершенствовали немножко. Но сама суть осталась та же. Я вот жду, что в шестом Far Cry нам дадут что-то вот концептуально новое. То есть вот прям совсем, чтобы новое, вот того, что я не видел. Поэтому Far Cry явно нужен будет перерыв после New Dawn. Собственно, как и Ассасину. Я ожидаю Ассасина в Японии, чтобы там было прям совсем по-новой. Естественно, там будут катаны, новые приемы, то есть и сеттинг сам по себе даст какие-то новые вещи. Я думаю, что Иосиф жив, я даже уверен.
Знаете, это спойлерят достижение. Господи, Иосиф жив, ну это очевидно. То есть я как слабо верю, что он мог взять и умереть на севере. Там, скорее всего, ядерная бомба, и он пошел к ней и превратился в какого-то супермутанта. У меня такие ставки, по крайней мере. Здравствуйте, люди добрые. Можно ускориться? Нет, нельзя. Ну черт, все-таки основные сюжетные миссии здесь очень красивые. Я тут пока коктейльчики сделаю. Мне кажется, здесь блажь распылена. Из-за этого огонь защищает вас от блажа. Жгите маяк. А маяк-то где? Я пока маяка не вижу. Да, скорее всего, все глюки, которые мы видим, они связаны с блажью. Верно. Как выбрать, блин, горящие стрелы? А, вот они, зажигательные боеприпасы. А другому оружию так можно выбирать? Кстати, да. Ну, вроде живой. Все, обратно за штурвал крутить баранку. Так, я понял. Дальше на лодке мы не пойдем. Ну, пока что, по крайней мере. Ну, очень круто вот эта атмосфера. Как вам эта атмосфера? Напишите в комментариях, мне интересно. Я один сейчас наслаждаюсь, мне прям очень нравится. Мрачно. Знаете, даже метро немножко веет таким Чернобылем, не сталкером. Это был экстремальный спуск. Давай, потяхнули. И обратно. А тут записка. Записка из нового Эдема. Все больше рабочих страдают от странных снов. Под влиянием тумана люди заболевают. Причем так сильно, что не могут работать. Но ворота почти закончены. Один из братьев особенно взволнован и говорит, что мы должны торопиться. Когда мы вернемся, я посоветую священникам провести с ними беседу. Должно быть, его одолевают греховные мысли. Если хочет, чтобы до его храма на севере можно было спокойно добраться, для этого нужны ворота. Меня все устраивает. Должно устраивать и его. Вопрос в том, почему рейдеры не уничтожили Эдемщиков до сих пор. Ну, то есть, отчасти, может, им тяжело и невыгодно это делать, но, тем не менее, странно. То есть, у них куча ресурсов. И они захватили огромную область. Вопрос в том, чего же они не захватят всех эдемщиков. И вопрос в том, чего же эдемщики не могут отбиться от рейдеров. Ну, ладно, это можно объяснить, что, типа, у рейдеров оружие и все дела. А у эдемщиков укрепление. Так что, ладно, в этом есть логика. Вот мне колесо немножко Припять напомнило. Плывем дальше на север. Это река огорожена. Чтобы только по маршруту можно было плыть. Вообще, где мы? С точки зрения... О, черт, ну мы далеко с вами заплыли. Да, далековато мы забрались, конечно. Блин, нужно зажечь где-то огонь, только я не вижу где. Думаю, вот там, вот оно. Так, разгоним лодку, чтобы она подплыла поближе, а я тем временем буду целить орла. Не долетел, да? Долетел? Черт возьми, ну что ж такое-то? Вышло! Мы смогли. Мы смогли. Плывем дальше на север. А, опять это блажь! Черт возьми! Ну где зажечь, засранца? Не могу зажечь. Но если никто не будет писать, мне сделать лицо попроще. Я не знаю, у меня, знаете, у меня когда как вот лицо, оно такое. То попроще, то посложнее. Зависит от погоды. Ну как, нормально? Долетает? Мне кажется, нет.
Черт возьми, нет, придется подплыть поближе. Надеюсь, здоровья хватит. Давай, давай, заводись. Мы должны выжить. Я хочу без аптечки попробовать. Сможем ли мы выжить? Возможно ли это в принципе? Постой, а может быть, точно, припас не тот. Чего же зажигать-то их не осталось? Как так? Не то. Я не то кинул. Не долетает. Эх, дальше. Ладно, аптечка. Так шибыть. Зажглось? Я попал? О, по-моему, я попал. Ну ладно, это уже было лишнее, но зажглось. В итоге зажглось. Какая-то игра престолов, типа, мы идем на север. Эти холодные ходоки, или как их называют. Я просто игру престолов не смотрю, не знаю почему. Как-то не срослось. Я, кстати, очень много слышу, что игра престолов — это вообще сериал для школьников. Ну, такое мнение, как бы, потому что... Ну, наверное, мнение людей-то, которые немножко как я, которые не любят фанбойство. То есть, вот как есть люди, которые текут от Игры Престолов, я просто, ну, я вот не теку ни от какого сериала. Просто я считаю это ненормально. Как бы есть вещи, которые мне очень нравятся, ну, чтобы прям, знаете, чтобы аж писать кипятком. Я считаю это нездорово. Черт возьми. Еще одни врата. По-моему, после этих врат уже все. Только открыть осталось. Гори! Черт, дази, на меня напала какая-то дикая... Ух, вас много здесь, да? Так я еще жив. Перезаряжай скорее свою тарантайку. Давай. О-о-о! Опа, кулак волку в рот. Отстань от меня, тварь! Опа! Получай, засранец. Ха-ха, минус волк. Ну, зато шкуры будут. Вот и ворота. Открывайтесь, засранцы. А я пойду лодочку заведу. Хотя тарантайка ее назвать. Черт, эта сволочь. Вот она, пошла. Это так просто можно день включить? Черт. То есть то, что я видел ночь вокруг себя, это все глюки. Ну, наконец-то мы приехали, ребят. Я ждал этого 30 лет, 3 года, когда мы наконец-то доплывем. Все, заходим к Иосифу. Иосиф, встречай меня. Ну, он там должен быть, я не поверю, если его там нет. Конечно, он там. Ну, конечно. Сделал все, что он просил. Я жертвовал собой, семьей. Я привел нас в новый мир. Я думал, он будет чудесен. Слишком долго ждал, что ко мне придут. Я отчаялся. Ты постройнел, дружок. Весь красный какой-то. Я уже видел твое лицо. Бог показал его мне во сне. Я знал, что ты придешь и все исправишь. Чтобы все стало так, как должно быть. Блин, почему так на Ильича похож, а? Что ты принесешь спасение. Ищешь помощи. Но помочь тебе может лишь Бог. Ты часть его замысла. Идем. Идем со мной. Иосиф, ты все не меняешься. Вот так, каким был 17 лет назад, таким остался. Видите, вот человек верен своим идеалам. От начала и до конца. Это достойно уважения. Я восхищен твоим мужеством.
Бед Иосиф. Мир очистился в огне. Я понял, чего хочет от нас Бог. Я знал, что мы будем делать, войдя в новый Эдем. Когда люди вышли из бункеров, я собрал свою паству и дал им новую цель. Какую? Оборвать все связи с прежним миром. Построить новое общество. Жить в мире с природой. И брать у нее лишь самое нужное. Самые темные и тяжелые годы зимы. Я отчаялся. В отчаянии я пришел сюда и нашел наше спасение. Это дерево. Его плоды — дар Господа. Они помогли моей семье пережить голод и болезни. Что же это за Игдрасиль такой? Игдрасиль — это дерево такое, дерево жизни. Новый Эдем расцвел. Мы создали рай на земле. Но он не был вечным. А что случилось? Нашествие саранчи. Сестренки, да? Хочу увидеть, как ты, как тебе сказать, уничтожаешь их, морально унижаешь. Воплощают в себе все, что Бог велел нам делать. Их души прогнили. Они больны. Но ты... Ты не такой. Я рад, что я не такой. Твоя душа достойна. Спасибо, отец. Вы тоже достойный. Художник, я хотел сказать. Достойный художник. Здесь, наверное, дамба была. То есть, ну, не будет же стена в открытом поле стоять. Это дамба. И куча химикатов. Там что-то храм виднеется. Рыбное дерево с яблочками. Спасал нашу семью в темные времена. Я предлагаю тебе наше чудо. Впервые отведав этого дара, я оказался лицом к лицу со зверем. В своей душе. И в тот момент я понял, что буду достоин этого дара, только лишь сразив зверя. Очистив свою душу. Ведь иначе этот зверь поглотил бы меня. Это испытание. Очисти свою душу. Я боюсь есть это дерьмо, господи, бабушкины яблочки. Я так и знал, это радиоактивное дерьмо меня сожжет. Ну, собственно, именно поэтому... Если справишься, если твоя душа чиста, значит, ты пастырь, посланник Бога. И я, наконец, смогу вернуться. Чудо помогло нам выжить. Но этот дар не дается просто так. Он взращивает то, что таится в душе человека. И если душа тронута грехом, цена чуда будет ужасающей. Не берите, дети, яблоку незнакомцев. Иначе ваше... Ну, станете пастырем.